Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Я вас слушаю. Здравствуйте. Департамент взыскания задолженности банка Траст. Меня зовут Наталья Николаевна. Алексей Юрьевич. Я вас слушаю. Я знаю по поводу вашего долга по кредиту наличными. Сумма задолженности составляет 43 тысячи рублей. На сегодняшний день унесли оплату? Пока нет. Почему? Деньги кончились. Ну как же так кончились? У вас долги перед банком, живете в долгах, а деньги у вас кончились. Ну так вот, не имеет такое свойство заканчиваться. А что такое? Что тут удивительного? У вас деньги бесконечно бывают? Вы должны рассчитываться, Алексей Юрьевич, а потом уже, соответственно, тратить на себя. Приоритет правильно расставляете. У меня семья. Я в первую очередь семью должен обеспечивать. Семью вы будете обеспечивать, Алексей Юрьевич? Дети есть у вас? А вам какая разница? Большая разница. Мы будем подавать все. Насколько она вам большая? Для оценки вашего финансового положения. И как вы знаете, что сейчас органы опеки заинтересованы в том, чтобы помочь вам содержать ваших детей, Алексей Юрьевич, за счет государства. Откуда у вас такая информация? Если вы не можете обеспечить их полностью, в полном объеме, так как имейте долги перед финансовой организацией. И что же будет? Которые вы не возвращаете. И? А как вы договоритесь с органами опеки, что будет? А при чем здесь органы опеки и мое финансовое состояние временное? Алексей Юрьевич, что человек, который не имеет возможности содержать в полном объеме свою семью, имея долги перед банком, соответственно, является не достаточно финансово обеспеченным для того, чтобы содержать детей. Если это так, и при чем здесь органы опеки? Еще раз четко я и по буквам. Говорите, если только конкретно, не вокруг да около. Если оценивать ваше финансовое положение, дальше что? Вы не можете содержать детей, имея долги перед финансовой организацией. Ну, оценили, даже что дальше? За отсутствие необходимых продуктов в холодильнике, да будет вам известно. Да, да, оценили, продуктов не очень. С продуктами не очень, да. Хорошо. Дальше что? Да. Оценили, пришли, оценили. Да, они имеют право, соответственно, помочь вам содержать ваших молодых детей за счет государства, если вы не в состоянии это сделать. А ваша роль здесь какая? Дамочка. А ваша роль вернуть наши деньги в банк Траст. Так зачем вы сейчас мне вот об этом рассказываете? А я вам об органах опеки. Я не пойму, что-то у вас там что с мыслями. Соберитесь с мыслями, давайте скорее. Алексей Юрьевич, еще раз вам говорю о том, что если вы в добровольном порядке не будете погашать, банк имеет многие возможности взыскать с вас этот долг, путем подачи сигналов в правоохранительный орган, так как вы сейчас умышленно удерживаете деньги банка незаконным путем. Почему это умышленно удерживаю? У меня нет денег. Какой умысел? Где умысел? Это является причиной невозврата денежных средств. Ну а где я их возьму, девушка? Вы сами себя слышите. У человека нет того, что он должен отдать. Дальше что? Пойти на преступление? Ограбить кого-то вы мне предлагаете? Имущество продавать. Недвижимость выставляется на торге. Как это? Очень просто. Через да ладно, а жить я где буду? Неизвестно. А жить где я буду? Это ваше дело, будете жить в коммунальной квартире. То есть я должен пренебречь своими удобствами Алексей, в счет погашения амбиций коммерческой структуры? Банк, в таком случае за вас это делать, да вы ни одного аргумента не сейчас мне предоставили, чтобы я это делал. Более того, после нашего с вами разговоров я еще больше убеждаюсь, что банк это проходимцы. Договор, который вы подписали собственноручно, соглашаясь на все условия по возврату денег. Да вы знаете, я подписать-то подписал, но потом изучил его. Алло. Да, я вас слушаю. Изучил. Я его изучил, и оказалось, что он во многих пунктах противоречит действующему законодательству. Вот как раз договор банка Траст абсолютно в соответствии с гражданским законодательством был составлен. Вы с этим ознакомились, поставили свою подпись. И согласно пункту 2.1 данного договора, вы полностью ознакомились с условиями договора, фиксируете своей подписью данный документ. То есть все условия вам были разъяснены на момент проведения кредита. Все вопросы вы уточнили, со всем согласились, договор подписали, в том числе, что независимо от ваших личных обстоятельств, вы будете выполнять в полном объеме все обязательства по кредитному договору, что вы не делаете по факту. Сейчас вы незаконно удерживаете деньги банка. Вы это должны осознавать. Сумма долга 43 тысячи рублей только на сегодняшний день. Угу. Не оплаты банк вправе выставить вам всю сумму долга в полном объеме. Угу. С вами договор на основании 101 статьи Гражданского кодекса. О. А это 271 тысяча рублей. Вы очень хорошо. Вы оплатите на временно данную сумму? Нет, а зачем?
А зачем единовременно? А зачем ее единовременно? Если я даже гораздо меньшую часть не могу оплатить, какие вообще могут быть перспективы получить у банка всю сумму? На основании федерального закона об исполнительном производстве, в первую очередь, описывают все ваше имущество, погашение долга. Все, абсолютно имущество. Полиция регистрации, которая у вас находится. А как же я кушать буду готовить? Это ваши уже проблемы. Да ладно, а я вот, знаете, вот по опыту своему жизненному богатому слышал, что существуют предметы быта и предметы роскоши. Так вот, предметы быта судебный пристав каким-то образом не может описать, запрещает ему Конституция. А? Даже домашних животных, дорогие домашние. Нет, домашних животных, с помощью которых я веду предпринимательскую деятельность, они могут описать, и то, если я не получаю из-за этой предпринимательской деятельности какую-то сверхприбыль. А если эта предпринимательская деятельность гарантирует мне обычный быт, то даже и домашних животных они описывать не будут. Хорошо, а если они опишут моего шпица, куда они его денут? То вы обязаны иметь доход, тем более на постоянной основе. Да я сейчас предположил, нет ни у меня никаких домашних животных, кроме собаки породы шпиц, весом говорю, 1.5 килограмма. Вы сейчас ссылаетесь на предпринимательскую деятельность. То есть вы не отрицаете тот факт, что у вас имеется постоянный доход. Только по непонятной для банка причине вы не возвращаете деньги. А что такой банк непонятливый? Забыл, в какой стране живут его клиенты? А при чем здесь страна? А как это при чем? А как это при чем? Страна не гарантирует постоянный источник дохода. Стабильности нет в нашей стране. Ну нет, девушка, нет денег. Че вы? От того, что вот сейчас вы мне это говорите, они у меня появятся каким-то волшебным образом? Алексей Юрьевич, я вам фиксирую официальный отказ от оплаты данной записи телефонного разговора. Так, вы наговорили какой-то чепухи, вообще такого бреда натрясли мне сюда в трубку. И даже не уточнили, кто с вами разговаривает. Мадам. Мнение абсолютно, Алексей Юрьевич. Да я не Алексей Юрьевич, я вам открою страшный секрет. Что угодно говорить. Да почему все угодно? Это по делу говоришь. А вот вы говорите, там такое ощущение, все что угодно. Все, что вам там в голову сбредет. Я еще называю это блювотиной словесной. Представились клиентам. Да я не представился. Вы спросили, Алексей Юрьевич. Я сказал слово «слушаю». Ай, дурачок. Тот, кто тебя взял на работу. Ой, дурачок. Он, наверное, себе подобных отбирает, да? Алло. По поводу вашего хамского поведения. Какого еще хамского поведения? Я факт констатирую, что тот, кто тебя взял на работу, итак, дурачок. Алексей Юрьевич, еще раз говорю, я вам не советую себя подобным. Да что же будет? Ну что будет, сотрудник банка? Ты что там, ты себя чувствуешь, как будто вокруг тебя все на Запорожце, а ты на Ландровере, что ли? Да ты овца, понимаешь, сотрудник ты банка, потому что ты больше никуда... Ты не сотрудник банка. Ты звонилка, попрошайка. Ты даже в отделе в банковском попрошайническом работаешь. Вы предупреждаете, что в ближайшее время она окажется без своего имущества. Кто? Кто? Юрьевич. Кто без имущества останется? Турлапова. Кто? Так что перебрезвите. Не знаю такую, потому что я не Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич, они вам... Да не я это, не он это, не мы это. Дурная какая. И все равно тараторит. Ей уже говорят, что она ошиблась номером, а она тараторит. А она тараторит, а? А она болтает и болтает. Удачи вам, Турлапов.